Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, в принципе, ребята, как я говорил, мы, наверное, все-таки пойдем в мир динозавров и попробуем найти бабулю и ее убить. Ребята, нашел я вот этого сразу дракончика. Он как бы бэйби дракон, дракон, да, он не атакует. Он как бы, его даже, ребята, можно приручить, но суть в том, что у меня нету, чем его приручить. То есть нам нужно найти, может, каких-то динозавров, чтобы выбить с них мясо, да, и приручить его. А, дракончик, я хочу тебя приручить. Его действительно можно приручить, ребята, но у меня нету мяса, другими яблоко ты 100% не будешь есть. Нет. Ну, понятно, да. Поэтому, ребята, может, потом мы его еще найдем и приручим. Хотя сейчас, вот тут есть какие-то еще дракоши. Ну, не дракоши, а вот эти чудаки. Мы его, я так думаю, уже запросто зафигачим. Да. И с него, да, выпало мясо, отлично. Дракоша, ты еще там? Дракончик. По идее, ты должен быть, но я так понял, что ты уже куда-то ушел. Его убивать нет смысла, он мирный, можно и так сказать. Его действительно можно приручить, но он куда-то ушел, я так понял, да? Да, он, ребята, пропал, можно и так сказать. А, нет, вот он. Его вроде вот сырым мясом можно приручить. Ой, извиняюсь. Я тебе дал 6 кусков. Че, тебе мало, что ли? Хрен его знает, что он хочет. А ну, иди-ка ты за мной, дружище. Вот. Ух, твою мать! Обосрался, чутарь. Когда я увидел, что он еще, в принципе, босс... Как бы он босс нормальный, да? Но он еще босс-босс, как бы... Да хоро гореть уже. Я так думаю, что в скором времени нам уже и лук нужно будет новый делать. Потому что вот этот лук, он уже охренеть. Он в принципе какой-то... Ну как бы да, сколько мы с него стреляем. Да твою ж мать, да... Нет, да... Где ты? Дракончик. Дракончик наш вот тут. А где вот тот засранец, который тут все разбомбил? Вот с этого не выпадает мясо. Криперня тут бегает. Так, в принципе, он еще и босс даже был. Где наш динозаврик? Бэйби, не динозаврик, а дракончик. Ладно, он походу опять куда-то... Ладно, потом, если что, приручим потом. Идем мы на то место, где всегда бабуля тусуется. Если она вот тут, то, в принципе, мы постараемся ее убить. Но ее нету. Да, ее нету. Она всегда вот тут летает, что-то бродит, ходит. Да что ты хочешь-то? Но сейчас бабули нету. Я ее каждый раз вот тут видел. Да твой... Вот... О, это... Так. Бабуля. Да иди ты... Бабуля, ну иди-ка ты сюда. Ну сейчас мы тебя, я так думаю, уже замочим за нефиг. Ну, мне так кажется. Но бабульки нету. Она всегда ночью спавнится, как я понял. Ну, всегда не всегда, но... Много раз ее ночью видел. А днем она куда-то испарялась. Харе... Там. Так, я не знаю, ее походу нету, бабульки-то. Она может не каждый раз просто-напросто спавнится, да? Или может еще не заспавнилась, можно и так даже сказать. Так. Давайте полетаем. Фу. Звук вот этого босса, да? Такое чувство, как... Мы не превращаемся, а какой-то двигатель, да, заводим и начинаем на нем летать куда-то. Так, бабули нету, я пока что ее не вижу. Бабульки нету.
Ну, фиг ее знает, честно. Вот она! Бабуля, иди-ка ты сюда. Мы ее, наверное, вот так даже убьем в полете. Потому что, в принципе, мы уже даже можем летать, да? И я говорил, ребята, что я установил другую версию вот этого мода, который превращается, да, и мы на нем можем уже летать. Как бы, вот та версия, мы могли превращаться, но мы не могли летать, потому что версия какая-то не такая была. А вот сейчас мы уже можем летать. Охренеть, сколько там всего выпало. А-а-а! Охренеть! Так, давайте превратимся. Ребята, мы убили бабулю. Да иди ты. А-а-а! Ну, как бы такой нормальный дроп, можно и так сказать. Сейчас, о, вот опять эта дракошка. Нормальный такой дроп, ребята. Сейчас, давайте еще мы как-то вот сюда заберемся. Там тоже что-то на дерево упало, да. Офигеть, ребята, мы убили бабулю. Этот босс, в принципе, нормальный такой, можно сказать. Не очень такой сильный. Ну, конечно, сначала был нереально сильный, но когда я установил мод, что можно летать, ну, как бы это не читерство, ребята. Этот мод у нас был и раньше. Просто он был, еще раз скажу, он был какой-то не такой... О, офигеть, звезда ада с него выпала. Офигеть. Ха, еще одна бабуля. Бабуля, мы сейчас бабуля-убийцы какие-то будем. Ребята, что я хочу сказать. Раньше у нас вот этот мод тоже был, да? Он у нас действительно был, но... Как помните, мы тоже могли убивать всяких боссов. Ну, не боссов, а мы могли убивать всяких мобов, да? И мы могли, в принципе, превращаться в них, да? Но в некоторых... в некоторых боссов просто-напросто не работало... Как это сказать? У них не работали просто-напросто способности. Я не знаю почему, но у них не работали способности. Ну, как бы мы могли, да, в них превращаться, но в них реально не работали способности. А вот сейчас я установил какую-то другую версию этого мода, можно и так сказать. И способности, ребята, начали работать. И вот сейчас, когда способности начали работать, мы убили вот эту бабулю, да? Вот она, кстати, мы превратились в нее. Да хоря стрелять-то. И суть в том, ребята, что у нас и намного лучше сейчас бронька, и все другое, можно и так сказать. И мечи, да, у нас как бы уже намного лучше. И вот мы ее сейчас убили запросто, можно и так сказать. Так, это что за шапочка у тебя? Главное, чтобы в тебя не превратиться. Ладно, потом как. Вот то, что... Мы же убили бабочку вот ту, а дроп с нее выпал, но мы... А, нет, мы подняли с нее дроп. Две незер... Ну, звезды. Звезды, да. Так. Ва, вот дроп, наконец-то нашел. Я уже думал, куда он ушел. Куда он делся. Да идите вы... Во! Ну поднимай ты вот этот уже, да твою ж... Заколебали вот эти. Агрятся так, мы даже как бы их не трогаем, они и так агрятся. Тут тоже что-то есть. И вот там еще ураниум или что, ладно. Короче, идем мы, ребята, опять вот сюда, подальше вот от этих. Чтобы они нас не трогали, зараза. Да твою ж... Так. Мод Scale. У нас 50 частиц к ее вот этой штуке. Чем мы с этого можем сделать? Ребята, мы себе можем сделать... Я не знаю, лучше эта броня, чем аметист или нет. Но я так думаю, конечно же, лучше. Потому что, в принципе, это босс, можно сказать, да? И босс такой, сначала, конечно, он сильный был, но вот сейчас мы его, можно сказать, так, не очень... Ну, нормально мы его убили, можно и так сказать. Там что, опять бабуля? Ты бы мог куда-то подальше отойти, чтобы не сжечь весь свой дроп, но, в принципе, ладно. Так,
Ребята, сейчас, секундочку. Что у нас есть? 8 ураниума. Gold Nugget это такое. Blaze Rod 6 штук. 8 титаниума. В принципе, 6 алмазов и 50 частичек вот этой бабули. Ребята, 50 частичек, то есть мы можем сделать уже ее броньку. Если так судить... О, сейчас, секундочку, давайте вот это добудем. Если так судить, аметист это как бы руда, да? Мы можем пойти в шахту и ее добыть. И если я так посмотрел, посудил, то она намного лучше, чем, конечно же, алмазная. Потому что такие боссы, которые как бы уже... Обычненькие боссы, да, ну, которые вот мотыльки всякие летают, стрекозы или что это, которые боссы, да, которые сначала нас убивали с пару ударов в железной броне, то в аметистовой броне они нам даже не сносят вообще ничего. Я не знаю, как это сделано, но они нас бьют. И не то, что по пол сердечка сносит и сразу же сердечко регенерируется. Нет, они нас бьют и даже ничего не сносят. То есть в алмазной броне, мне кажется, они бы действительно сносили. Если так судить, не то что судить, но аметист это обычный ресурс, да, мы его добыли, сделали себе броньку. А вот сейчас мы убили вот эту бабочку, и с нее выпали ее ресурсы, из которых мы можем сделать свой меч. Свою броньку, как бы броньку вот с этого. Ну, то есть, по идее, это намного лучше бронька должна быть, чем вот эта аметистовая. Ну, я так думаю. Так, ладно, сейчас. У нас есть ведро. И давайте... Что это такое будет, я не знаю. Сейчас мы посмотрим. А, это вот это. Ладно. С нее падает Раф Чикен. Это что там такое? Ребята! Это что там за босс? Дракон какой-то. Это... Да, смотрите на карту. Смотрите на карту. Какая карка? Вот, смотрите на карту. Там реально дракон какой-то нарисован. Я видел дракона, и я, по идее, я знаю, что это реально какой-то еще дракон есть. Ну, как бы тут есть еще какие-то драконы. Но я не знаю, убьем ли мы его, если мы сейчас его найдем. Где он? Где ты, зараза? Я же видел, ты тут был. Да ты даже на карте нарисован, что ты там. Или ты куда-то улетел. Да вот, ты на карте даже есть. Вот тут. Ну, воздух ты 100% никак не мог подняться, мне так кажется. А, вот он. А, нет, это не он. Да, ладно, ребят, он куда-то испарился. Ну вот, на карте он передо мной, по идее, где-то. И я видел, как он тут проплывал. А вот сейчас он куда-то испарился. Это реально еще какой-то дракон. Новенький. Ну, как бы босс, да? Ну, по идее, он куда-то просто-напросто захомячился в угол. Вот так. И его не видно. Ладно, ребята, может мы еще сейчас бэйби дракона найдем, если повезет. Вот я видел того дракона, но пока мы к нему прибежали, он просто-напросто куда-то испарился. Хотя показывает, что он там. Хрен его знает. А, нам бы найти... О, бэйби дракон. Я не знаю, сможем ли мы его приручить. Да твою ж мать, да сколько тебе еды-то нужно? Вот это ты не жрешь. О, вот тут еще один вот этот. Вот, иди-ка ты вот сюда. Сейчас мы тебе еще пожрать дадим. Все ты... Да твою ж мать. Дракоша, ты какой-то... Я знаю, что вы мирные ребята, я извиняюсь, но... Я хочу только посмотреть, будет ли с вас что-то жжачка, еда какая-то падать. Вот, на карте тот дракон где-то перед нами. Где-то вот он, вот тут.
По идее. Нет, вот он. Но его нету. Фиг его знает. Там его 100% нету, я так думаю. О, вот эти. Сейчас мы... Дайте нам жрачки на бэйби дракончика. Пожалуйста. Дайте нам свою жрачку немного. И тебя еще. Я извиняюсь, но... Нам нужно прокормить вот этого ненажору. Слушай, если вот этого тебе не хватит, то я уже даже не знаю, сколько тебе нужно вот этого мяса. А какого мы кормили? Походу вот этого, да. Чувачина, ты давай завязывай с этим, а то еще растолсеешь. Но походу он уже за нами летает, потому что он уже за нами летает, да, логично. Но в принципе, я так думаю, что мы его уже приручили. Я так думаю. Да сколько вас тут? Ладно, мы их не будем убивать, потому что это миленькие создания, можно и так сказать. А вот это ты жрачкать будешь? Нет, не будешь. Ладно, ладно, тогда вот эту жрачку мы себе заберем. Ты там на меня не огрись. Да твой дом! А, все, отлично. Так. Ну, давайте мы их поубиваем немного, поросеночков. Потому что и нам же тоже жрачка немного нужна, да? Так, ладно, давайте отсюда выбираться. Пойди, он за нами должен пойти, хотя фиг его знает, он какой-то приплюснутый. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, хаос. Так, ребята, сейчас мы, наверное, не знаю, куда мы пойдем. Убили мы бабулю, ребята, все-таки реально мы убили. И у нас уже даже хватит ресурсов на то, чтобы сделать какую-то броньку, мне так кажется. Но вот, например, вот эту титаниуму, да, и вот эту всю. Незерстар, куда бы это, вот давайте его сюда поставим, что с этого можно сделать? Ну, понятно, что... Ancient Staff, ух, офигеть. Незер... Тракер, что это за хрень? Ancient Staff. Ладно, вот это мы, наверное, сделаем. А, как это называется? Забыл, ладно. И действительно, вот это мы сделаем, ребята, я так думаю. А, но сейчас, я так думаю, ребята, мы все-таки на этом уже закончим эту серию. И потом, наверное, в следующей серии, я так думаю, мы сделаем себе броньку с бабулей. Бабулей его бронечку, да. И, ребята, сейчас мы на этом закончим вот эту серию. Ставьте лайки за то, что мы убили даже две бабули, за то, что у нас куча ее ресурсов, вот. И действительно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.